Всем привет! Меня зовут Пожидаева Виктория. Я учусь на втором курсе естественно-научного факультета по специальности нанотехнологии и микросистемная техника. Я комиссар штаба студенческих отрядов. Помимо этого, являюсь активным участником Лиги интеллектуальных игр. Впервые в 2017 году на школе «Актива» наша команда поучаствовала в замечательной игре «Что, где, когда». Это была наша первая победа. Название «Полынь» образовалось именно тогда, в процессе игры. А почему «Полынь» — это уже другая история. Каждая игра для нас — это отличный повод собраться вместе. Хорошее настроение, позитив — наши постоянные спутники. В будущем хотим попробовать себя в подобных играх не только в рамках ЮСГУ. Впереди же Кубок губернатора. Итак, если ты активный, инициативный, энергичный и творческий, полон идей и предложений, то, возможно, именно ты станешь следующим студентом недели. Мечтай и добивайся, реализовывай и дерзай. Все в твоих руках.